Ну, по-видимому, кто-то их привез. Это животные не нашего леса, скажем так. Кто-то привез или на 8 марта, или на 23 февраля, потому что они появились сразу после праздников на Выборгской трассе. И они там 3 недели гуляли. Ну, хозяин не нашелся, и вот мы поехали, их забрали. А олененок родился уже у нас. Ну, я не знаю, для чего их привозили. Это как версия, говорю, наверное, на шашлыки привезли, и потом в последнее время передумали и отпустили их. Или они сбежали. Но если бы сбежали, их бы искали, наверное. Найти их было несложно. А были ли у животных какие-то травмы или повреждения, когда они попали к вам? Инфекции куча было. Ну, лечили, пришлось антибиотики. Почему мы удивились, что у нас... Мы не думали, что она беременна у нас. И лечили антибиотиками, и всем, чем могли. Да. Но все равно вот родился крепкий олененок, хороший. Здоровый. С ними беда в содержании, им ягель нужен. Мы все время, нам волонтеры помогают, мы сами собираем. Ну, им обязательно в питание должен идти ягель. К сожалению, у нас нет. Он растет там, в Выборгской стороне у нас, в районе. Но в лес их не выпустишь, здесь будут жить.